Артем занимается футболом уже 7 лет. Он вратарь Академии «Авангард». Открытие спортивной площадки – настоящий праздник для парня. Все долго ждали, пока ее откроют. И вот, наконец-то, построили. Постелили отличный газон, поставили хорошую сетку и ворота. Намного лучше, чем было раньше. Почти 1500 квадратных метров искусственного покрытия. На этом ковре играть в футбол можно круглый год. У нас помимо, получается, этого стадиона, нам сдана еще спортивная площадка с силовыми тренажерами, которая открыта тоже для наших детей и для домов окружающих. Естественно, люди приходят сюда. И баскетбольная площадка. На постройку этой площадки из городского бюджета было выделено 15 миллионов рублей. Уже в ближайшем будущем в Курске появится еще одно спортивное сооружение. В этом году мы завершаем тоже строительство ФОКа рядом со школой 55-й. И там же вместе с одним ФОКом построен уже практически стадион с мягким покрытием, как и здесь. В следующем году планируется возведение еще одного стадиона в 25-й школе города Курска с отдельными баскетбольной и волейбольной площадками. Около 25 миллионов рублей будет затрачено на его постройку. Станислав Костиков, Максим Леонов, телеканал 7.